С вами Габзор.ком, и в центре внимания сегодня будет пылесос iLife V90. Данная модель поддержит влажные и сухие уборки. Модель оснащена системой очистки 3 в 1, которая дает возможность мыть шваброй и пылесосить. Поддерживается функция самоочистки, которая упрощает сам процесс уборки. Комплект ее включает напольную подставку, насадку, щетку ёршик, сменный фильтр, адаптер питания с евровилкой, руководство пользователя и гарантийный талон. У пылесоса разборная конструкция, состоит она из основания со щеткой и ручки. Собирается и разбирается быстро. Видите, его удобно на комплект напольной подставки, на ней же будет проходить самоочистка и зарядка. Есть ниша для хранения комплектной щетки ёршика. Внешний вид у него лаконичный, в оформлении преобладает преимущественно белый цвет. Такой вот стиль Xiaomi. Основным материалом выступает пластик, за исключением трубки у ручки. Она из металла. В основании ручки у нас три кнопки управления, с помощью них мы включаем и отключаем работу. Идет изменение режимов работы, а также включается процесс самоочистки. На внутренней стороне есть ручка в виде такого курка, она используется для подачи воды на валик. На лицевой стороне зона со светодиодным индикатором. Данная модель поддерживает голосовые подсказки на русском языке. Они сопровождают смену режимов работы, возможны ошибки и текущий статус. Интересно реализована система резервуаров, тут два отдельных бака, в один из них мы с объемом 700 мл заливаем чистую воду, а во второй собирается грязная вода и вся пыль, объем 500 мл. Насадка несъемна, она составляет общую часть корпуса, но при этом соединена она с ним подвижно, обеспечивается хорошая маневренность. На тыльной стороне насадки два пластиковых ролика, под съемной крышкой из полупрозрачного пластика находится валик с синтетическим ворсом. Оснащен iLife V90 аккумулятором, емкость 3000 мАч, полной зарядки хватает на 30 минут беспрерывной уборки на стандартном режиме. Переключение на турборежим сокращает время до 10 минут. Зарядка проходит при размещении на напольной станции. Для проведения уборки необходимо будет залить чистую воду в резервуар. По желанию ее можно смешивать со специальными составами, например, для моющих пылесосов, для ковров. Поддерживается два режима работы, здесь ежедневный и турбо. Подача воды на валик при любом режиме будет проходить вручную. И так вы сами контролируете как расход воды, так и необходимость ее смачивания, в зависимости от того, какая вам уборка нужна. Там, где не хотите смачивать, не подаете. Там, где есть сухие загрязнения, можно подать побольше. В отличие от обычных беспроводных пылесосов, здесь помимо сбора сухих загрязнений с пола, идет также влажная уборка. С ним вполне можно полноценно очищать разные типы половых покрытий, включая возможность собрать пролитую на пол жидкость, сбор мусора идет. Уже и воды в отдельный резервуар, и крупные загрязнения остаются на фильтре губки, а все остальное отсеивается вместе с водой. Его исполнение дает четкий контроль степени наполнения, но есть и поплавковый датчик. Когда он срабатывает, идет голосовое предупреждение, опять же на русском языке. После уборки вы снимаете контейнер, очищаете, выливаете, можно промыть губку, просушить. И если, например, долить воду в резервуар, вы включите функцию самоочистки в этом режиме. Быстро вращается валик, подается вода, и он очищается. Соответственно, вручную чистить не надо. Мы тестировали 3 недели, и за это время как раз вручную не очищали. В итоге получаем универсальный беспроводной пылесос для сухой и влажной уборки. iLife V90 эффективно справляется со сбором сухой пыли, волос животных, въевшихся загрязнений и пролитой на пол жидкости. Из минусов отмечу отсутствие HEPA выпускной фильтрации и функции сушки. А также отмечу необслуживаемый аккумулятор, то есть если длительная эксплуатация, возможно, придется разбирать для того, чтобы поменять. С удовольствием обсудим с вами iLife V90. Лайк, подписка приветствуется, пока-пока.